Сочи 26-летний приезжий из Ростовской области украл коляску у инвалида для того, чтобы продать. За что задержан, знаете? Да, знаю. Украл инвалидную коляску. Сочинский инвалид лишился своей коляски, пока на костылях ходил за продуктами. Средства передвижения он оставил на улице, а вернувшись, понял, что его обокрали. Ограбленный мужчина тут же написал заявление в полицию. Прибывшие на место стражи порядка изучили видео с камер наблюдения и вычислили злоумышленника. В отношении бессовестного грабителя завели уголовное дело по статье кража. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.